Через 2 недели Большой проспект Петроградской стороны преобразится, будет закончен масштабный комплексный ремонт. Речь не только о пешеходной части. Меняют фонари уличного освещения, а на фасадной части домов устанавливают новые двери. Они в точности повторяют те, которые было решено заменить. Причины обновления дверей самые разные. Где-то из-за ветхости, где-то постарались вандалы. По информации, предоставленной компанию-подрядчиком, в общей сложности заменить 62 двери. Причем, прежде чем установить новую, архитекторы и дизайнеры долго изучают архивы. При замене в проекте 62 дверей, то, что мы запроектировали, а мы меняем двери по просьбе администрации, по просьбе жильцов на объектах социальных. Это школы, это поликлиники, это парадные. То наследие 90-х, которое нам досталось по этим страшным парадным, мы их на всех адресах стараемся привести в более-менее нормальный вид. В качестве примера, как все будет выглядеть после реставрации, рабочие показали новую дверь на доме номер 64 по Большому проспекту. Массивная, резная, из дуба. Она точь-в-точь повторяет ту, которая была установлена много лет назад и со временем пришла в негодность. Здесь воссоздан каждый сантиметр полотна и даже цвет с историческим оттенком. Эта дверь практически в точности повторяет то, что здесь было ранее. Мы старались. Ну, правда, она так выглядела. И была покрашена в голубой странный такой цвет. Программа благоустройства исторического центра Петербурга началась почти 10 лет назад. За это время в новом обличье предстали более 30 улиц и площадей. В рамках этой программы идет установка стилизованных уличных светильников, проводится мощение улиц, тротуаров, возводятся скверы, оборудуются пешеходные переходы, новые светофоры, дорожные знаки. Ну и еще многое из того, что делает жизнь горожан комфортной, удобной. Всего на реализацию программы за это время было направлено более 10 миллиардов рублей. Главным меценатом программы выступает «Газпром».